Спустя 50 лет вскроют контейнер с образцом лунного грунта. Аэротакси Vertical Aerospace установили рекорд предварительных продаж. В Стэнфорде разработали роборуку Farmhand с липкими пальцами. Швейцарские инженеры представили водородный катамаран с неограниченным запасом хода. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я приветствую вас на канале Инстардинг Новости. Давайте начинать. Ученые Европейского космического агентства проведут распаковку необычного рождественского подарка. Шестая успешная и последняя высадка людей на Луну состоялась 11 декабря 1972 года. Спустя почти 50 лет исследователи при помощи специального оборудования вскроют контейнер с образцом лунного грунта 73-001, который доставили на Землю в рамках миссии Аполло-17. Все ради анализа газообразных летучих веществ. Это позволит ученым лучше понять геологию Луны и разработать более совершенные инструменты и методы отбора проб для будущих миссий. Вскрытие пройдет в рамках более крупного проекта Apollo Next Generation Sample Analysis, а ESA впервые примет в нем участие. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. А теперь перейдем к более земным новостям. У британской компании Vertical Aerospace нет пока даже экспериментального прототипа аэротакси. Ее аппарат не совершил ни одного полета и существует только в виде полноразмерного макета. Тем не менее, топовые имена в инженерной команде, значительное финансирование и сильный отдел продаж творят чудеса. Компания отчиталась о получении 1350 предзаказов на свой аппарат VAX4. Если все пойдет по плану, он начнет летать уже в следующем году. А в 24-м Европейское агентство авиационной безопасности выдаст компании разрешение на полеты. Что касается конструкции аппарата, то она напоминает то, что делают Виск и Эйчер. Аэроплан с V-образным хвостом и 8 пропеллерами над крыльями. 4 передних пропеллера с 5 лопастями могут менять положение с вертикального на горизонтальное. Задние неподвижны, зато могут складывать свои 4 лопасти, как ножницы, для того, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление во время полета вперед. В Стэнфордском университете сконструировали роботизированную руку, которая сочетает в себе силу и ловкость. На создание манипулятора Farmhand инженеров вдохновили гибкие человеческие пальцы и лапки геккона. Кончики последних покрыты множеством микроскопических волосков с лопаточками на концах. За счет этого ящерица может перемещаться по потолку, стеклу и прочим гладким поверхностям. 4 пальца манипулятора покрыты специальным адгезивным материалом. Он цепкий, но совершенно не липкий. Гекоадгезив создает прочную фиксацию посредством слабой межмоникулярной силы, возникающих из-за небольших различий в положениях электронов на внешней стороне молекул. Поэтому роборука инженеров из Стэнфорда может аккуратно, но крепко удерживать различные предметы, включая сырые яйца, виноград, тарелки, кувшины с жидкостью, баскетбольные мячи и даже угловую шлифовальную машину. Hyundai Motor Group создала мобильного дроида. Умная платформа оснащена 4 колесами с 3 моторами на каждом и независимой подвеской. Это обеспечивает оптимальное положение плоского корпуса на наклонных и неровных поверхностях, что позволяет разворачиваться на месте. В компании отметили, что высокотехнологичная платформа может быть как управляемой, так и беспилотной. Разработчики ожидают, что Mod ED, так называется данная платформа, станет популярным в качестве транспортного средства для лиц пожилого возраста или людей с ограниченными возможностями, а также детской прогулочной коляски, помощника курьера и так далее. Oppo Air Glass – смарт-монокль дополнительной реальности с дифракционным оптическим дисплеем и весом 30 граммов. Вопреки ожиданиям, это не совсем очки. Гаджет представляет собой умный и легкий монокль, который крепится к оправе обычных. Компания назвала продукт моноочками AR. Устройство оснащено микропроектором Spark, собственной разработки Oppo, который состоит из новейших светодиодов MicroLED яркостью до 3 миллионов нит, 5 стеклянными высокопрозрачными линзами и дифракционным оптическим дисплеем. Размер Spark составляет всего 0,5 кубических сантиметров, примерно с кофейное зернышко. Oppo Air Glass можно управлять касанием, голосом, движениями головы и рук. Через приложение Smart Glass на смарт-часах Oppo Watch 2, смартфонах Oppo с версией Color OS 11 и выше. Гаджетом смогут пользоваться люди с различными нарушениями рефракции, например, близорукостью или дальнозоркостью.
Sony представила колесного робота с необычной конструкцией. У него есть две пары обычных колес по углам и два все направленных спереди и сзади. Это позволяет роботу разворачиваться на месте и взбираться на уступы, почти не меняя свой угол наклона. Компания будет тестировать его в качестве наблюдателя на строительстве здания в Токио. Основные колеса робота оснащены независимой подвеской, которая выдвигает их дальше из корпуса или наоборот втягивает. Это позволяет роботу настраивать высоту перед подъемом, сначала увеличивая ее на всех четырех колесах, а затем уменьшая на передних, чтобы уменьшить наклон корпуса. Помимо основных колес, у робота есть еще два. Они расположены посередине, спереди и сзади. Они, в отличие от угловых колес, не только выдвигаются по вертикали, но и наклоняются вперед. Благодаря этому робот может подъехать к возвышению и сначала переставить на него центральное колесо, а затем уже подтягивать боковые. Центральные колеса также отличаются тем, что в них использована всенаправленная конструкция. Поэтому робот может разворачиваться на месте, опираясь на одну из них. Разработчики утверждают, что робот может ездить с грузом до 20 килограммов. На каждой стороне у него есть по камере глубины, благодаря которым он может самостоятельно избегать столкновений с препятствиями, в том числе и подвижными. До лета 2022 года компания будет тестировать робота для мониторинга состояния строительства здания в Токио. Скомбинировав два вида возобновляемой энергии, швейцарские инженеры разработали бесшумный и чистый катамаран, который по сути не имеет ограничений по запасу хода. Фотоэлементы на крыше преобразуют солнечную энергию и соленую воду за бортом в водородное топливо, обеспечивая судну ходовую автономность, пока светит солнце, а капитан не превышает крейсерскую скорость. Катамаран Equon One оснащен двумя электромоторами на 134 лошадиных силы, по одному в каждом корпусе. Конструкторы выбрали водород из-за меньшего веса и большего срока службы по сравнению с литиевыми аккумуляторами. Кроме того, для разработчиков было важно создать устойчивое чистое судно, способное получать зеленый водород в процессе электролиза из солнечной энергии и соленой воды. Крышу катамарана покрывает 64 квадратных метра солнечных панелей, а весь полученный водород в сжатом виде попадает в карбоновые баки. Но на всякий случай Equon One снабдили небольшим аккумулятором. Плавание без заправок и зарядки возможно в текущей версии судна только днем и не будет быстрым. Во всем остальном это передовое в техническом плане судно класса люкс, длиной 19,5 метров, способное с комфортом разместить до 10 человек. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и делитесь этим каналом с друзьями. Друзья, давайте все вместе вступим в Новый год с аудиторией на канале в 50 тысяч подписчиков. Я думаю, совместными усилиями и благодаря вашей поддержке мы обязательно это сможем сделать. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Андрей. Желаю вам отличного новогоднего настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч!